Представить собственный проект, обсудить развитие науки и отправиться в путешествие в мир робототехники, географии и химии. Ученики лицея при УГТУ провели большую конференцию и получили свои первые медали из рук начальника управления образованием. «Шаг в политех» – так назвали награды. Их удостоились самые активные и умные лицеисты. На большой встрече устроили тематические площадки и провели интеллектуальные игры. Свои изобретения продемонстрировали ребята старших и средних классов. Среди самых ярких работ – звуковая пушка для направленной записи звука Ильи Мартьянова. Он используется, чтобы слушать голоса птиц. Микрофон состоит из 7 трубок для записи на разных частотах. Особенность данной конструкции заключается в том, что здесь 7 микрофонов подсоединены к одному усилителю. Мы тестировали данное устройство, и оно работает на расстоянии 60 метров. Круглые столы, обсуждение научных работ по программированию, робототехнике, физические и химические опыты. День получился продуктивным. За свои труды лицеисты получили 22 медали. Посмотрите на ваш фестиваль науки, а вы действительно уже сделали первый шаг в науку. Присутствуют люди, которые заинтересованы в том, чтобы вы поступили в политехнический университет, а чтобы вы пришли на предприятие, на механический завод или пришли для продолжения своих научных работ в политехнический университет. Наш город действительно развивается, и в городе достаточно большое количество предприятий и наукоемких предприятий, и он очень нуждается в кадрах. Приглашенные гости пожелали ребятам больших успехов в учебе и удачи при поступлении в ВУЗ.